В Сургуте на светофоре сбили ребенка. Авария произошла накануне вечером. 12-летняя девочка переходила дорогу. Предварительно на проезжую часть подросток вышла на красный сигнал светофора. В это время навстречу выехала Honda. Водитель, 42-летняя сургутянка, не успела затормозить и наехала на ребенка. Девочка получила травмы живота и ушибы. Ее доставили в травматологическую больницу Сургута и госпитализировали. Сейчас в отношении водителя проводится административное расследование. За прошедшие сутки на дорогах Югры два человека получили травмы. 8 водителей задержали за управление транспортом в состоянии опьянения. 5 отказались пройти медицинское освидетельствование. 4 повторно управляли транспортом под градусом. 79 водителей привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения. 17 нарушили требования к перевозке детей.